Руслан Харитонов. Конечно, сидит хорошо. Дела срочно пошли. Вот именно там дядя. Серебро ринга Иван Сиченко, черепанец Солодовской области. Уважаемые тренеры и тренеры, после предстоящей 20-й пары
поэтому мы всех вас приглашаем на балкон. На заседание Тренерского совета. Всех обманывающихся приезжих. А в этом бою вперед на секунды сидела, победу одержал и завоевал звание победителя высокой дуэли 68 килограммов Руслан Харитонов Токна. Приступаем к церемонии награждения 18 пары.